Ну а сейчас Валерий Ковкин предлагает вспомнить некогда популярную мелодию Александра Полонского «Цветущий май». Спасибо вам большое. Красивые были мелодии, просто очень красивые. И возвращаясь к ним, все-таки находишь, что они писались от души. Сейчас прозвучит еще одна мелодия, мне кажется, которая написана тоже от души. Вы, конечно, узнали. Сердце тебе не хочется покоя. Звучит
парафраз Валерия Ковтуна на тему незабываемой песни Исаака Дунаевского. Профессиональный музыкант, играет на эстраде. Миша учится на третьем курсе, и, возможно, это произведение его даже поднимет и подтянет. То есть ему есть над чем работать. И вообще он смелый парень. Итак, Фросини, Венецианский карнавал. Thank you.
вы думаете, какие вот у этих девчонок и мальчишек вот на сегодняшний день есть проблемы, связанные непосредственно с аккордеоном? Наверняка же они есть. Ну, с аккордеоном, по-моему, проблем не только у этих мальчишек и девчонок. С аккордеоном проблема у нас у всех, кто хочет приобрести аккордеон. Почему? Потому что, ну опять, если говорить серьезно, то учиться нужно, мне кажется, на хорошем инструменте. Обязательно и сразу. Потому что на хорошем инструменте ты сразу видишь, что у тебя не получается, что у тебя плохо. На плохом инструменте ты должен еще и где-то сделать скидку за счет инструмента. Мне так кажется. А у нас приобрести хороший инструмент просто практически невозможно. Поэтому эта проблема, конечно, существует. И не думаю, что не только студенты, и даже люди, которые играют на аккордеоне и любят этот инструмент, они с удовольствием приобрели бы хороший инструмент и играли для себя. На сцене еще одна юная аккордеонистка, учащаяся 32-й музыкальной школы города Москвы, Светлана Попова. Снова играет Валерий Ковтун. Звучит композиция «Молдавские наигрыши». Thank you.
передо мной письма. Письма зрителей и поклонников, а их у Ковтона много. Валерий Ковтон вернул меня к дням моей молодости. Когда с эстрады часто звучал аккордеон, и в его рассыпчатых переливах было простодушное веселье, в протяжных напевах сердечность и добрая грусть. В общем, очень естественные человеческие чувства, которых не улавливаю, к сожалению, в изощренных электронных звучаниях современных инструментов. Спасибо вам большое. После грома и грохота модных Виа это как глоток свежего воздуха. Столько воспоминаний нахлынуло. Помолодели на много лет. Очень нам обидно за детей и внуков наших. Какую музыку они вспомнят на склоне лет? Конечно, зритель Ковтона — это люди, которым за 30. Но очень хочется верить, что молодежь, попавшая на концерт к Валерию, не останется равнодушной. Ну вот, а сейчас я хочу продолжить нашу встречу. Играет Валерий Ковтон. Микис Теодоракис, Сиртаки. Thank you.
Русский старинный романс «Очи». Франц Шуберт, «Аве Мария». Thank you.
Thank you.